Друзья, всем привет! Сегодня прокачаем наш разговорный английский. Узнаем, как по-английски будет ⁇ да ладно, ты серьезно? ⁇ Быть не может. В общем, изучим выражение, которое позволяет выражать крайнюю степень удивления и шока. Готовы? Тогда начинаем. Меня зовут Лера, вы смотрите канал Puzzle English. Итак, начнем с самых простых, пожалуй, фраз. Это восклицание при помощи слов what и how. Со словом what мы используем существительное. Например, вы можете сказать what a coincidence. Какое совпадение, да? Ну, вот вы чему-то удивляетесь, что-то как-то совпало неожиданно, и вы говорите what a coincidence. Или, например, вы можете сказать what a surprise. Как, какой сюрприз, да? Тоже, если вы удивляетесь. Вот послушайте следующий пример. Здесь действительно очень неожиданная встреча произошла. Также вы можете использовать восклицание с how, но в этом случае необходимо использовать прилагательное. Допустим, вы можете сказать how amazing, как восхитительно, или how exciting, как здорово. Да, но ну, это, естественно, если мы говорим о каком-то приятном удивлении, если что-то вас прям повергло в шок, да, ну какой-то там прям ужас, кошмар, вы можете сказать how awful, какой ужас, да, вот таким способом напоминаю, что глагол в таких восклицаниях не нужен, да, это просто восклицание. Если вы чем-то удивлены и хотите спросить правда, ты серьезно, то используйте такие слова как really, да, вот просто можно спросить really или более такая полная и, пожалуй, выразительная форма это are you for real, are you for real, ты серьезно. Да, и вот послушайте следующий пример, в котором используется эта фраза. Are you for real? I think he's gone off them. He trashed the place. Идем дальше. Следующая фраза. You don't say. Ее можно перевести на русский язык по-разному. Да не говори, да быть не может такого. А, вот предлагаю послушать сразу два видеопримера с использованием этой фразы. Кстати, напоминаю, что перевод всех видеофрагментов вы можете найти в описании к видео на YouTube, в описании к этому ролику на YouTube. Смотрим, слушаем. see uh you remember finding anything odd when you cleaned his room what do you mean odd like out of the ordinary memorable i guess well he had some tokens from over the lucky penny you don't say <laughs> <laughs> Oh. is it chandler <laughs> no well then tell him to stop staring <laughs> it's joey Really, don't say. Следующая реакция, реакция из той же самой оперы, это Who would have thought? Who would have thought? Это эту фразу можно перевести как Кто бы мог подумать? И единственная, пожалуй, сложность, которая может возникнуть, если вы воспринимаете речь на слух, то часто вот это would have сокращается до would've, have", would have. и иногда даже это может звучать как would. Буда, да, и даже на письме иногда это передается. Uh, так вот, давайте послушаем следующий пример. Uh, да, напрягите свой слух и постарайтесь uh, правильно услышать uh, эту фразу в тексте. Did Kathy Geiger laugh? Uh, probably. It's hard to say. She kind of had an ear of corn in her mouth. Who would have thought Fuzzy Fingers Fowler is best friends with a bully? Следующие два выражения, которые по существу выражают одно и то же, это holy cow или holy smoke, или еще его вариант holy smokes используют и то, и другое. Их, в принципе, дословно можно перевести как «святая корова» или «святой дух», «святой дым» да, какой-то. Но, конечно, их обычно никто так не переводит. Это все-таки выражение удивления. Это «Ого! Вау! Ничего себе!» Да, вот сразу вспоминается персонаж Раджа из «Теории Большого Взрыва», да, которого, кстати, переводили «святая корова». там, да, в принципе, это было уместно. Это все-таки персонаж, который приехал из Индии. Так вот...

И последнее очень эмоциональное выражение это no way, no way. У него, кстати, несколько значений. Ну, во-первых, это может быть очень такое эмоциональное отрицание. Ни в коем случае никак такого быть не может. Ну, допустим такой пример. Should I call him first? No way. He must be the first to call. Мне ему позвонить первой? Ни в коем случае он должен звонить. Первым, да, ну, допустим, да, вот э, в таком контексте его можно встретить. No way. No, no way. Whoa. No way, no. Ну и если мы говорим о серьезном удивлении, шоке, то, конечно, no way используется в значении быть такого не может. Да, вот э, послушайте, как в следующем примере. Вот и все выражения на сегодня, а я с вами прощаюсь, но, как всегда, оставляю ссылку на упражнение, чтобы вы смогли отработать все фразы, которые мы сегодня разобрали. Я желаю вам успехов в изучении английского, увидимся в новых уроках на Puzzle English. Всем пока!